Весенний декор. С вами Ольга Проарт. Сделаем гиацинт из фоамирана. Для создания одного цветочка нам понадобится розовый фоамиран формата А4. По длинной стороне отмеряем и отрезаем две полоски. Одна шириной 4 см, другая шириной 6 см. Складываем каждую полоску пополам и нарезаем бахрому. Склеиваем полоски, используя горячий клей. Далее нам понадобится флористическая проволока. При помощи горячего клея будем обклеивать ее нашей розовой бахромой, постепенно закручивая по спирали. Сначала приклеиваем ту полоску, которая была 4 см, а затем переходим к полоске, которая была шириной 6 см. Далее нам понадобится зеленый фоамиран. Вырезаем тоненькую полоску и обклеиваем стебелек цветка, а также нарезаем листья. Листья у гиацинта как вытянутый треугольник. Немного растягиваем листья руками. Приклеиваем листья к цветку, используя горячий. Вот такие весенние цветочки у нас получаются. Можно сделать 3 штуки и поставить в вазочку. Спасибо за просмотр!